Великобританию и Францию замело. В Соединенном Королевстве больше всего пострадал Уэльс. Там выпало почти 30 сантиметров снега. Из-за непогоды общественный транспорт работает с перебоями. Отменены некоторые авиарейсы. Синоптики не обнадеживают. В ближайшее время осадки не прекратятся. Да еще и похолодает до минус 14. Во Франции больше всего снега намело в Лилле. Осадки там сопровождаются шквальным ветром. В порту Кале из-за шторма сел на мель паром. На борту было 316 пассажиров. Никто не пострадал.